Пойман на взятке руководитель технадзора Ленского управления. Он получал взятки из-за строительства некачественных теплоустановок в двух аэропортах Якутии. Жертвами стали аэропорт Якутска и Мирного. Взятку он получал билетами на отпуск и деньгами. Установлено, что руководитель одного из отделов Ленского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору получил от руководителя поднадзорной строительной организации взятку в виде приобретения авиабилетов по маршруту Якутск-Москва-Якутск для него и трех членов его семьи за утверждение акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей, а также согласование разрешений на постоянный допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки на объекте зданий пассажирского терминала аэропорта города Якутска, которая не соответствовала проектной документации.